И всем привет, дорогие друзья, с вами снова я, Смяу. И сегодня мы будем заново тюнить тачку, но теперь уже другую. И сейчас мы это все выберем и посмотрим, какую же машинку мы сейчас будем тюнить. Итак, открываем телефон и заходим в интернет. Я не знаю, почему у меня колесико мышки лагает. Так, ну, итак, вот наш интернет. Нажимаем путешествие и транспорт. И здесь, допустим, легендарь. В общем-то, давайте купим вот такую необычную машину за 90 тысяч. Всего лишь. И она будет черного цвета. Закажем. Все. Итак, ждем теперь, пока нам придет сообщение. И вот она. Чисто такая миниатюрная. Вот почему она так мало стоит. Маленькая такая тачка вообще. Так. Итак, вот как наша машинка выглядит. Вполне классная. Теперь мы поедем в... Вот сюда. Нам надо... Давайте. Вот нам сюда, в этот переулочек. Нормальное место. Вот, ну, чисто гаражик такой нормальный. Итак, ремонт, потом усиление брони, а кузов там покруче. Тормоза классные. Двигатель, конечно же, третьего уровня. Капот. Просто посмотреть, это турбопушка. Клаксоны. Так, ну это мы не будем, потому что это время много потратит. Итак, мы продолжаем. Я оторвался на короткую паузу. Ну и нормально, чисто как. Теперь мы будем ставить дальше нашу трансмиссию. Что? Ладно. Турмана тюнинг. Что? Ладно. Нормально. Так, диски. Диски это хорошо. Хочу выбрать какие-нибудь очень футуристичные. Допустим. Эксклюзивные. Так, тюнер. Ой, ничего. Давайте что это такое купим. В принципе, выглядит нормально. Цвет, допустим, давайте красный. Да. Шины давайте улучшение шин. Пулестойкие шины. Заказанные покрышки. И давайте фиолетовый дым. Дальше у нас стекла, мы их затонируем как максимально возможно. Так вот. Ну все, в принципе, как вам тачка, как по мне, супер. Просто бомба. Просто бомба. На ней можно дрифтить, это самое главное. Вот. Наваливать бочком. Опа. Посмотрите, на чем колеса держатся. Посмотрите, насколько мы быстро можем ехать. Ну это же класс. Ой, блин, опять радио это. А, мне за него на прошлое видео дали авторские права. Ненавижу, блин, музыку. Нет, мне нужны вот эти гранаты. Так, давайте. Так, туда гранату. Туда гранату. Нет, так и не машина. Вторая серия, и мы опять ломаем нашу машину. Так. О, вот здесь, кстати, оживленно все. Оживленное движение. И это мне и надо.
Так, ну... Так, ну, в общем-то, да. Всем пока, дорогие друзья. С вами был я, Смяу, и GTA 5. И, может быть, это не спойлер, но, может быть, скоро будет первая серия SCP секрета... Ой, блин, какая... SCP сериала, вот. Поэтому смотрите. Может быть, уже скоро будет на моем канале. Ну и, в общем-то, да, тут это трейлер, вот вы видите, да? Трейлер — это хорошо, потому что посмотрите его, и вы все поймете. Так, всем пока.